Дамы и господа, всех приветствую. Сейчас будет небольшая инструкция. Я очень долго мучился со своим смартфоном Xiaomi Mi Max 3. И, в общем-то, ну, как сказать, мучился. Просто был один баг, который я не мог никак победить. Мне очень многие подписчики писали под видео: сделай то, сделай это. Ничего не помогало. И в итоге проблема решилась вообще по-другому. Я совершенно случайно решил поэкспериментировать и сделать одну штуку с телефоном. И вуаля, погода заработала. Как вы можете заметить, сейчас у меня виджет погоды от Яндекса используется. Вот так вот он выглядит. Вот. Вот оригинальный виджет. Вы можете видеть его наверху. Это оригинальный виджет погоды. Он мне очень нравится. Он очень удобный, в общем-то, функциональный, подробный. Но, как видите, сейчас погоду он показывает. Я, как только купил этот смартфон, изначально он у меня погоду не показывал, что бы я ни делал, какие манипуляции я ни проделывал. Итак, для того, чтобы эту проблему решить, нужно зайти в настройки. Дальше выбираем приложение, все приложения выбираем, ищем погоду, заходим в погоду. И вот здесь, в самом низу, видим вот такой вот пункт «Очистить». Самый нижний справа «Очистить». Нажимаем сюда и нажимаем «Очистить все». После этого погода будет работать прекрасно. Скажу сразу, что вы можете делать какие-то свои манипуляции, пробовать, но мне ничего не помогало. Ни смена региона, ни перезапуск устройства, там, ни вообще ничего. Он просто не мог определить мое местоположение, хотя все разрешения для погоды были даны. И местоположение этому приложению разрешалось использовать и по GPS, там, и по мобильной сети. Ничего не помогало. Он тупо мог выбрать погоду только из предустановленных городов. Там Москва, Киев и так далее. Их не так много. А самому вбить и найти город невозможно было. Он писал, что нет доступа к сети. В общем-то, вот такой вот лайфхак. Если кому-то было полезно, не забудьте поделиться этим видео с друзьями и, конечно, поддержать это видео. Если были подобные проблемы, напишите, как вы их решали. Всем пока!